Всем привет! Вы на канале «Посылки из Китая». Меня зовут Саша. Сегодня на распаковке 8 посылок. Все посылки с AliExpress. Поехали! Прищепки предназначены для хромакея, для других каких-либо фонов. Прищепка имеет очень жесткую пружину, но очень большой минус, что вот эти штуки съемные. И они постоянно норовят отвалиться. То есть, в принципе, если вы будете использовать его по назначению и крепить хромакей или какой-нибудь задний фон, то, в принципе, вам их хватит. Стоят недорого, в комплекте идет, по-моему, 6 штук. Итак, с помощью этой маленькой финтифлюшки вы можете информацию с флешки считать на своем смартфоне. Включили смартфон, вставили флешку, и у вас он значок уже заморгал. Внешняя память устройства. Открыть. Вот все, что хранится на этой флешке. Можно, если у вас есть программы, которые читают авишки, MP4, PDF и все что угодно, в принципе, все зависит от того, какие установлены у вас программы на смартфоне. Вещица прикольная, по-любому кому-то пригодится. И отключить безопасный режим можно так же, как на компьютере. Безопасное извлечение внешней памяти. Расческа предназначена для милирования, для выравнивания каких-то рядов. Короче, спектр у нее большой. По качеству достаточно неплохая вещь. Если вдруг кому-то надо, ссылка будет в описании. Алмазная вышивка, французский бульдог. Я уже заказывал несколько различных картин. Вот такая у меня получилась. Вот такая. Одну делала жена, другую делал сын. Хочу предупредить сразу. Занятие это очень кропотливое. Если вдруг вы не любите заниматься мелкой моторикой, скраббукингом или делать какие-то мелкие поделки, то лучше такую вещь не покупайте. Если же все с точностью да наоборот, то это занятие для вас. Ссылка на товар будет в описании. При покупке интерактивной доски в комплекте шел один фломастер. Он достаточно быстро высох из-за того, что ребенок не закрыл колпачок. И встретил на AliExpress вот такой комплект из 5 этих фломастеров и решил заказать. Цена была смешная. Пишут, в принципе, все точно так же. Единственное, что вот эти 4 черного цвета, этот идет фиолетовый. Войлочная губка стирает маркер, в принципе, достаточно неплохо. Единственное, что остаются какие-то небольшие следы на самой доске. Было так с родным или нет, я вспомнить не могу. В комплекте идут две полоски с крючками по 43-44 сантиметра. Одна полоска с крючками 20 сантиметров имеет липкое основание. И две маленькие вот такие полосочки по 8 сантиметров тоже с липким основанием. Но здесь не крючки, а здесь ответная часть, которая прикрепляется к крючкам. С помощью этого комплекта вы можете закрепить в багажнике автомобиля какую-нибудь емкость или огнетушитель. Двумя этими полосками вы обклеиваете свою тару. Одну полоску клеите так, другую, соответственно, так. И длинными полосками с крючками фиксируете ваш предмет. Ну вот на примере топора я приклеил одну полоску и закрепил его на багажнике. В процессе езды он постоянно норовит оторваться от войлока. Пакетик с зеленым порошком или жидкостью. Сядьте, расслабьтесь поудобнее, смотреть на меня не обязательно. Мы приступаем.
Приблизительно так в 90-х Алан Чумак заряжал воду. Что получилось у нас, давайте посмотрим. Не перестает удивлять меня тот факт, как люди пытаются впарить нам какую-то дичь. Неоднократно видел на ютубе, как подобного плана порошок показывают светящимся в темноте. Да, он светится, но при попадании на него фиолетовых лучей. Просто в темном помещении он не светится. В комплекте к звуковой карте положили в подарок стяжку для проводов. Имеется красивая коробка, защитный колпачок для коннектора USB, инструкция на китайско-английском языке, можете посмотреть характеристики, кому интересно. Все было упаковано в пакетиках, и берем саму звуковую. Имеется три порта джек 3.5, а точнее микрофон, наушники и гарнитура посередине. Имеется две кнопки выключить микрофон, выключить наушники и колесо регулировки громкости. Проводок приблизительно 10 сантиметров. Хочу попробовать, как будет звучать эта звуковая, потому что родная стандартная в ноутбуке работает достаточно хреновенько. Ну, а эта вещь зарекомендовала себя, в принципе, по различным отзывам. Хочу проверить сам, действительно, стоит ли она своих денег или не стоит заморачиваться, а покупать дешевые звуковухи за доллар, за полтора и не тратить свои кровные на это. В данный момент идет запись голоса на встроенную звуковую карту ноутбука Lenovo на микрофон Boya By M1. Никакая обработка голоса произведена не будет. Шумы не убираю. Все в оригинале, так как я записал. Теперь идет запись звука с того же расстояния на тот же микрофон, но на звуковую карту Ugreen. Запись без обработки. Это были все товары на сегодня. Если хотите принять участие в конкурсе, поставьте лайк, напишите комментарий абсолютно любой и будьте подписчиком моего канала. Три простых условия для розыгрыша 150 рублей. Проведем приблизительно через 10 дней результаты на моем втором канале или паблике ВК. Ссылки найдете в описании. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.